Здравствуйте, мои дорогие творческие друзья! С вами Хио, и сегодня у меня необычное видео. Я участвую в YouTube-эстафете «Знакомство». Это такая большая коллаборация ютуберов, цель которой – лучше узнать коллег по цеху, так сказать. Насколько я знаю, зародилась она совсем в другой сфере, но теперь дошла и до кукольников. А мне передала эту эстафету Наталья Колесниченко, за что ей большое спасибо. Меня зовут Анастасия, живу в Санкт-Петербурге. Ну а псевдоним Хио у меня еще со школьных времен. С детства люблю Японию и все связанное с ней. Собственно, по образованию я востоковед, направление японистика. Да и собаки у меня японской породы. Но это не специально, так получилось. Еще одно мое огромное увлечение с детства – это компьютерные игры. Сейчас бесчисленное множество компьютерных игр абсолютно разнообразных жанров. Всегда можно найти что-то по душе. Для меня игры – это в первую очередь отдых, эскапизм и прилив вдохновения. Не передать тот восторг, с которым я исследую новые миры. Для меня и книги, и игры – это прежде всего возможность прочувствовать истории, рожденные в фантазии других людей, заглянуть внутрь их души, так сказать. А как раз у игр много инструментов для более глубокого погружения. Так как здоровье у меня всегда было очень слабое, такое погружение в приключения для меня невероятно ценно. Ну а когда выдается возможность поиграть в реальное ДНД, можно прожить приключения и самому повлиять на историю, которая творится вокруг тебя. У меня много персонажей из ДНД, которых я бы хотела воплотить в кукольных образах. И периодически я задумываюсь над различными способами реализации этого. Мое детство пришлось на 90-е, поэтому возможности купить что-нибудь эдакое особо не было. Да и мест, где вдохновиться и посмотреть какие-то интересные идеи, не было тоже. И если хотелось красоты, то приходилось думать, как бы сделать это из доступных материалов. Но тут мне повезло. У меня очень креативная мама. И мое детство прошло в атмосфере творчества. Мы постоянно что-нибудь с ней мастерили для уюта и меняли окружение. Я люблю многие виды творчества, и мне все время хочется попробовать что-нибудь новенькое. Поэтому на моем канале нет единого направления. Мне хочется сделать все и сразу, и в разных стилях. Но это мое хобби. Я не могу назвать свои видео мастер-классами, так как все я делаю впервые вместе с вами. Совершаю ошибки и многому учусь у моих подписчиков. Мне очень нравится окружать себя творческими людьми и общаться с единомышленниками. А еще сейчас я активно осваиваю новую профессию в IT-сфере, QA-инженер. Поэтому времени на все катастрофически не хватает. Кстати, любовь к куклам я никогда особо не испытывала. Но вот все миниатюрное всегда приводило меня в восторг. А потом я узнала о существовании японских шарнирных кукол БЖД. Как раз в мои школьные годы была мода на Японию. Пришла в дикий восторг. Но стоили они тогда баснословных денег, да и сейчас те, которые я бы хотела, дороговаты. Поэтому мне оставалось только мечтать и любоваться потрясающими фотографиями, сделанными коллекционерами и мастерами кукольной одежды и обуви. А уже потом на Пинтересте мне попалось невероятное преображение куклы Monster High. Я стала искать дальше и узнала, что это популярное направление. Мне очень захотелось попробовать, тем более показалось мне весьма доступным.
Заодно я решила побороть несколько своих психологических загонов и сняла видео на YouTube. Но с Monster High мне было тяжело работать, уж больно специфическая у них форма тела, поэтому постепенно я перешла на Барби. Первой была рыжуля Барби Йога. Это был своего рода self-insert, поэтому я немного изменила ее внешний вид. А потом на eBay с большой скидкой я увидела ее. Ну вы только посмотрите, ну какая красота. Изначально она выглядела не так. Я немного ее подстригла, потому что мне не нравилась линия волос. Я просто влюбилась в кукол Integrity. И очень хочу себе еще несколько. Хочется еще много всего рассказать, но я не буду затягивать это видео. И если вам будет интересно, спрашивайте. Я обязательно запишу еще несколько разговорных блогов, но уже на конкретные темы. Ну а теперь в эстафете нужно развенчать какой-то миф. Самый бесячий миф для меня – это вера в талант. Некий волшебный дар, данный свыше при рождении, благодаря которому у тебя все получается. Говорят, вот человек талантлив. И все он умеет, и все ему дается просто. А вот у меня такого нет. И значит, точно у меня ничего не получится. И вообще, я криворучка, и даже пробовать не буду. Дорогие мои друзья, пожалуйста, не надо так делать. Таланта не существует. И ссылаясь на него, вы только обесцениваете весь тот труд, усердие и силы, которые человек приложил для достижения такого результата. Да, безусловно, предрасположенность к чему-то существует. Это особый склад ума, мироощущения, которые помогают и убыстряют обучение каким-то техникам, работу с ними. Но за стоящим результатом стоит опыт. Это изучение информации, анализирование своих ошибок, и много практики в схожих вещах. Поэтому, пожалуйста, не забрасывайте дело, только если не получилось с первой же попытки. Больше практикуйтесь, анализируйте, и вы обязательно увидите разницу. А теперь я назову три канала, которым хотела бы передать эстафету. Это каналы, с которыми я бы хотела подружиться и узнать побольше об их хозяйках. Я всегда за любую коллаборацию, но очень стесняюсь кому-то написать. Поэтому официально заявляю, пишите, я вам обязательно отвечу. Итак, недавно я наткнулась на вот этот канал. Его хозяйка Яна – мастерица на все руки. Она шьет, делает аксессуары и мебель для кукол. И мне очень нравится подача в ее видео. Смотришь, и хочется творить вместе с ней. Вторую эстафетную палочку я хотела бы передать вот этому каналу. Ольга – художник-кукольник. Она обучает моделированию кукольной одежды и фотографированию кукол. Я давно слежу за ее творчеством в запрещенной сети, но у нее есть и канал на YouTube, где она периодически делится своими полезными хитростями. Также я хотела бы отметить относительно молодой, но очень перспективный канал. У Дарьи можно найти видео по пошиву кукольной одежды, созданию аксессуаров и предметов интерьера. Снято очень понятно, смотришь и сразу хочется повторить. Я бы очень хотела, чтобы эстафета продолжилась. Ну а ссылки на все упомянутые мной каналы будут в описании под видео. Переходите и обязательно передавайте от меня привет. Также переходите по цепочке эстафеты, чтобы познакомиться с другими каналами. Надеюсь, это видео вам понравилось. И до новых встреч!